Так, привет, друзья! И с вами снова я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru, www.budublog.ru и www.makivara.ru. В этом видеоподкасте я хочу рассказать вам о вот такой штучке. Все знают, что это такое. Кто не знает, то догадается, когда я сделаю вот так. И сразу все становится понятно, да? Что это такое. Это так называемый напульсник, да? Вот. Для чего эта штука? Тоже многие знают. Но кто-то, может, и не знает, поэтому скажу. Потому что часто мне задавали вопросы друзья раньше. Вот. Мама спрашивала моя даже как-то. Смотрит соревнования там по баскетболу. И говорит, а что у них вот на руках вот эта штука надета? Ну, или по волейболу там. Это для того, чтобы запястье там укреплять там, да? Ну, существуют, да, напульсники кожаные, которые фиксируют запястье. Но не такие, конечно, да? Вот. И она говорит, это говорит, зачем? Я говорю, мам, это штука для того, что, видишь, они в майках находятся, у них нет ни рукава, ничего, да, полотенца у них с собой тоже на площадке нет. И этой штукой они вытирают пот, да? Как это делается? Вот, представь, что у вас рукав, все это в детстве так делали. Кто-то сопли вытирал рукавом, а кто-то вытирал, значит, пот. Вот так вот лоб вытирал, да? Вот. Но для этого такой напульсник. Хорошая штука на самом деле. Стоит она копейки. А помогает очень-очень сильно тем, кто, ведя здоровый, значит, образ своей жизни, занимается спортом на улице. Вот, кто занимается бегом, велосипедом, воркаутом, кроссфитом, неважно чем. На улице жарко, значит, пот на лбу, эта штука помогает. Вот, но почему я решил про нее рассказать? Да почему именно про нее? Я хочу отметить одно преимущество напульсника перед другими способами, значит, удаления пота, да, со лба, значит, который мешает. Ну, самое первое – это полотенце. И, конечно, если вы занимаетесь около своего дома, так как это делаю я, вы можете вытащить хоть банное полотенце или хоть махровую простынь и вытираться ей без проблем. Висит у вас там, да, там около турника, вы спокойно вытираетесь, очень, это все нормально, вот, но это не всегда возможно, да, если вы там бегаете по стадиону. Вторая вещь, которая очень сильно помогает, это повязка на голову. У нее та же функция, она не дает со лба стекать поту на глаза, она его в себя забирает. Хорошее средство, да, но вот лично мне оно не подходит. У меня во время тренировки, значит, потеет не только лоб, а все лицо. И мне бы хотелось его вытереть, да? Вот. И, конечно, повязкой, которая находится на голове, я сделать этого не могу. А этой делать удобно. Я одной стороной вытер пот, другой стороной я вытер губу верхнюю, да, которая тоже потеет. Или вытер виски. Все. Вот. Очень удобно. Я именно так и делаю, походу. Раз, раз, и виски вытер. Все. И дальше побежал. Очень удобно. Вот. Опять же, когда к турнику подходишь, делаю тоже просто. Я не вытираю. Это здесь вытираю. Все. У меня уже вытерто. Единственный момент. Надо, конечно, буквально после каждой тренировки его не просто сам сушить, а лучше постирать. Почему? Потому что кожное сало, которое накапливается там, оно и прогоркать может, и поэтому будет неприятный запах. Это не запах пота уже будет, а вообще неприятный там совсем. Хотя в запахе пота тоже мало приятного. Но и с другой момент, оно не высыхает полностью. И поэтому стоит ему чуть только намокнуть, оно ослизняется, засаливается, и эта повязка становится уже засаленной, и она не выполняет функции своей, то есть вы уже не сможете вытереть лицо. Вот. Так что вот, я считаю, что для тех, кто занимается в разных местах, там бегает по лесу, ездит на велосипеде по лесу, занимается воркаутом на стадионе, чтобы не лазить постоянно в сумку, где находится полотенце, или тем более, если у вас его с собой нет, то используйте вот такую вещь. Можно использовать и в комплексе с повязкой на голову. Тогда вам лоб не придется вытирать, будете вытирать только лицо. Но мне хватает только такой штуки. Я не люблю, когда на голове у меня что-то надето во время тренировки. Если это не зима и не осень, то когда шапка не нужна, вот летом сейчас, я вот обхожусь только этой штучкой одной. Купите. Ничего не рекламирую. Просто делюсь своим опытом. Мне нравится.